12 апреля в России отмечается День космонавтики в память о первом полете человека в космос. В разных уголках Ленинского городского округа прошли мероприятия, посвященные этой дате. Игровую вселенную для маленьких жителей Видного возвели в Центральном парке. На час все участники праздника, подобно космонавтам, могли продемонстрировать силу, ловкость и знания. Как выяснилось, даже малыши, которые еще пока и разговаривают с трудом, знают, в честь чего веселье. Какой праздник сегодня? День космонавтов. Понятно. А кто у нас первый космонавт? Юрий Гагарин. Перед праздником, да, вот старались посвятить, как бы рассказать, осветить, да, что такое вообще, что за праздник. Вот так вот. Понял. Ну а в целом праздник понравился? Очень. Все здорово организовано, конечно, побольше бы ребят. Несмотря на будний день, желающих попробовать себя в роли участника отряда космонавтов нашлось немало. Праздник удался.